приготовиться к припаске Мельничук. Рано встречи. Да, да, да. Вообще. Ну да. Разминайте. Борьба 3 минуты. Ну, отдал захват на ухватке. И теперь не вырвешься. Ну, не висните на месте. Николачук, назад не уходи. Лево-право. Лево-право, не оставайся. Заводи, заводи. Восьмерочку надо хорошо делать. Николачук тут проиграл захват. Так, парни, тихо. В тишине передевай. Так, лучше, лучше меня. Песни руководят. Надо мыть. Ну, разогнать надо по первому. Просто так не бросить. Разогнать, ты чуть продернуть на себя по запятой. На себя по запятой. И не смотри на ноги, наоборот, отпухни его. Во, астрально. Еще таз вперед. Еще таз вперед. Ну, это свободный выход. Алексей, не пять, а назад. До конца. Хорошо, подворот, молодец. До конца только надо вложиться. Он так не упадет. Хорошо, расшатал, сразу второй бросок в другую сторону делай. Не жди, пока он встанет на ноги. Не жди, пока встанет. Ну, разогнать надо, обмануть. Висимку. О, хорошо, подвернулся. Таз только вперед. Ну. Слушай, таз вперед. Без захвата. Ты падаешь без захвата. Захват. Захват. До конца, Леша. Добивай, добивай. Добивай его, выдавливай. Выпрямься, выпрямься, Леша, выпрямься. Таз вперед. Нужно, быстро. Ну, восьмерочку хорошо надо сделать, разогнать. Ну, разогнать надо. Ну, где классические, что это за падение какое-то? Классические, подхват попробовать. Подхватик надо пробовать. Давайте, полгода уже отрабатываем, никто не делает. Подсечка, подхват. Подсечка передняя, подсечка задняя. Давайте. Свои мысли нету, чтобы подсказывать вам, что делать. Так после подсечки сразу, пока он не встал на две ноги, надо делать. Без выведения не делай подсечку, это сыда. Без выведения сыда. Хорошо. Ждете долго. Докрутил. Юка, 41 время. 5-0. Все? Все? Все?